Что тебе сказать, брат? Жизнь проходит незаметно быстро. Уж очень прост и скоротечен алгоритм. Роддом, детсадик, школа и технарь. Бывает вуз, аспирантура. Но в целом все и как всегда. Работа не пойми кому во благо. Аванс, получка, отпуск, пенсия, диван. Пульт, телезомби, сплетни. Кругом обман, обман, обман. Конец простой. Оркестр, салют, погост. С земли взрыхленный холмик под березой. И на поминках тост за упокой. И пухом, брат, тебе земля. Забудут, кем ты был и кто такой. И как фамилия твоя. Приходим в муках наших мамок. Уходим, унося с собой шлейф грехов. Уходит кто-то незаметно, скромно, но есть оставшие трассер далеких звезд, сгоревший след. Когда-нибудь всех вспомнят дети, внуки, помянут добрым словом, тостом и выпьют за неравнодушие их души, сгоревшие ради счастья и во благо мира, порой забыв про трудности свои, когда-нибудь перечитают строки, что упреждали всех, спасая от беды. Порой поздно, лишь когда-то все случится. Поймут, а ведь об этом он нам говорил. Не радуйся чужому горю, приди на помощь. Чем сможешь, людям помоги. И не кляни судьбу свою порою, очень непростую, плохую. Хоть ты предполагал совсем иную, по силам боги нам ее, как ношу, в испытание дают. И не жалей того, что очень быстро, порою даже скоротечно, нелогично, до слез обидно и прискорбно, не вовремя окончен твоей жизни срок. Пойми, что надо же когда-то и ответить, как честно ты его прошел, каков итог. Преодолей себя, спаси чужие души, люби их всех, во всем им помогай. Порой не грех солгать во имя блага, но правдою своей ты зло не причиняй. Желай добра, здоровья, счастья ближним и людям, незнакомым вовсе для тебя. Чем сможешь им, по жизни помогай ты. Придя на помощь в лихие дни и времена, подставь плечо, делись краюшкой хлеба. А по делам Господь за те труды воздаст. Поэты, как вселенский разум, порой подскажут нужные слова. Слова для рифмы душу не накормят. Чтоб сытым быть, верши дела. Работа для души, то есть добро. Порою дело, хобби, подвиг дает доход в твою казну. Труды лишь ради златы и комфорта опустошают душу, жизнь твою. Твори добро во благо ближних, как Прометей, да Винчи, Менделеев и Иисус. Живи ты для людей, чтоб помнили в веках за труд твой, слово, совесть, веру, честь. В раю том ни распятых праведников нет.